Здравствуйте, я вам расскажу, как в переполненные скайп-чаты добавлять участников. Продолжать. Как вы видите, здесь уже участников больше 300 человек, и нету вот такого вот кружочка с плюсиком, но продолжать добавлять участников можно. Каким образом? В поле чата мы ставим наклонную линию, слэш, на английском языке набираем ADD, пробел и ставим ник участника, где его можно посмотреть. Ну, предположим, вот здесь вот вы его копируете и вставляете. Нажимаете «Отправить», данный участник у вас будет добавлен. Ну, у меня данная девушка уже добавлена.